регион. Тыдень отчиненных дверей зараз проходит у областной библиотеки имя Ленина. Знакомство с самыми старыми, редкими и уникальными доведниками и энциклопедиями пропонует информационный отдел. На уластные вочи раритеты побачила Олеся Рыбалка. Это русскоязычная версия, которая находится в фондах нашего информационно-справочного отдела. Эта настольная энциклопедия уже больше за 230 год является эталоном для всех энциклопедий и доведников. Убачить раритетное выдание 19-го стагодия выпадает далеко не каждому. Выстава запотребованная, сюда приходят целыми классами. Работники информационно-доведкового отдела имкнулись показать, эти книги – каштовная крыница информации. И они справляются с самыми незвычайными и складанными запытами наведвальников. Молодой человек захотел узнать информацию о каретах, экипажному делу, которое было в 18 веке, и нам помог ответить на этот вопрос, найти информацию, энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Словники так само у центра уваги на тыдне. На мультимедийных презентациях деятельность Ожегова и Даля, плюс викторины на правильное вымовление. Как правильно говорить, красивее или красивее? Красивее. Мы пытаемся показать книгой, что читать надо. Читать модно, читать полезно и каких результатов можно достичь путем чтения. Ну и приемный бонус. Подчас тыдня отчиненных дверей записаться у библиотеку альбо перерегистрироваться можно бесплатно. Это невеликие гроши, але все равно приемно. Акция дейнейшая до 13 лютого уключно. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, Новини Регіон.